Добрый вечер. Сегодня были побиты температурные рекорды на 9 апреля. Но уже этим вечером, начиная с юго-западных регионов Латвии, ожидается дождь и местами грозовые ливни с градом. Осадки охватят всю страну. Весь вторник будет облачно, и в некоторых городах в Латгале вновь пройдет дождь. Температура воздуха ночью составит от 2 до 9 градусов выше нуля. А днем ждем от плюс 4 и максимально до плюс 12 градусов. Ветер весь день будет слабым. Теперь подробнее о погоде в Риге. Латвийской столице этой ночью ждем плюс 6, плюс 9 градусов. Днем температура сохранится. Весь день будет дуть слабый ветер переменного направления. Ночью здесь ожидается кратковременный дождь, а после полудня будет сухо, но пасмурно. Медицинский тип погоды второй благоприятный. На этом погоде у меня все. Всего доброго и до свидания.